на побережье Абхазии, близ курортного городка Новый Афон, возвышается гора Иверская. У ее подножья начинается один из самых необыкновенных туристских маршрутов. По пробитому в горах тоннелю автопоезд переносит пассажиров в сказочное подземное царство. Еще недавно вечную тьму огромной труднодоступной пещеры тревожили лишь фонарики спелеологов. Тысячелетняя капель построила сталагмиты. Диковинные каменные сосульки сталактиты кажутся спрутами, медузами. Поворот, и путники попадают в зачарованный дремучий лес. А вот и грозные стражи подземной сокровищницы. Неистощима фантазия природы. Говорят, время под землей тянется медленно, но здесь о нем вспоминаешь, лишь когда кончается экскурсия. Возвращаясь к солнцу, люди уносят незабываемое чувство причастности к сокровенному таинству природы.